Обстановка в пятницу на западном берегу реки Иордан в целом оставалась спокойной, не считая единичных столкновений на блокпостах. Палестинцы разгневаны убийством 16-летнего мальчика. Они обвиняют в его гибели израильских поселенцев. В пятницу в Иерусалиме прошли похороны подростка. Единичные столкновения в разных частях западного берега реки Иордан могут свидетельствовать о том, что обстановка еще далека от спокойной. В день первой пятничной молитвы, священного для мусульман месяца Рамадан, израильские военные поставили бетонные барьеры на границе Иерусалима и западного берега реки Иордан. «Мы призываем палестинцев действовать. Мы должны отомстить Израилю. У нас есть Хамас и исламский джихад. И обстрел продолжается». «Это позор для всех арабских стран. Вся дорога до Иерусалима в израильских блокпостах. И везде так тщательно проверяют». Палестинцы также встревожены рейдами, которые проводит израильская армия в поисках убийц трех школьников на западном берегу Иордана. За месяц военные обыскали тысячи домов и арестовали сотни палестинцев, большинство из которых члены группировки «Хамас».